Ну, посмотрим, что это такое. Что это за батла-то такая? Иди. Иди сюда, First Blood. Первое убийство. Так, там, походу, жарим запахло. Ой, ёп твою душу, ты что там мотал всех? Иди, пойдем левее. Ага, понял, понял. Понял намек, понял, надо сваливать. Надо сваливать. Было, надо было сваливать. И его мочканули. Походу дела меня тут спасти хотели. Ну, не получилось. Так, ну что ж, тут тоже жарим запахло и по всей... Так, я кого-то слышу. На. А? Кто там стреляет? Кто твою душу? А, вот его. Вот зараза-то какая, а? Я тут сижу, короче, замешковал. Вот. Замешковался-то нормально. Так, засел и присел. Спалили, короче, они мою локацию. Все, с этой минуты буду нормально играть. Ищем врага. Ищем. В общем, я их тут респаун нашел. Первый. Там кто-то пошел назад, кто-то пошел. Ага, его убили. Все нормально. Отлично. Так. Оп-оп! Видели? Сейчас мы его шатнем. Его уже шатнул. И нашего шатнули. Понятно. По всей видимости, они там слева есть. Что делать? Ага, понял. На, лови встречку. Какой привет, такой ответ. Ага, они там все еще слева стоят, замышковались, крысы. На, зараза, там еще один. Иди, так, валим, там снайперуга, там, а. РПГшкой в мордятник они получили. Еще один, отличный заход, просто прекрасно. Так, ну нам не надо отвлекаться, потом они нас шатнут еще. Там еще есть один? Там вроде бы нету никого. Прекрасно. Так. Ой! Твою душу, что тут творится, хрен поймешь. Экшончик, конечно, жесткий. Подзарядка такая у меня получилась после стратегических игр. Давайте мы их быстренько шапнем. Мы вроде бы... Ага. На. Держи. Лапочка. Как? Ну, взорвись ты твою душу, мат. Какой взрыв. Просто шикарный взрыв. Сколько же у вас там, а? Так. Ой, ты что это? Светомузык, что ли, врубили? Сейчас танцевать будем, наверное. Так. Понятно. Сейчас еще будет заброс по-любому. Короче, ребят, они там пытаются прорваться. Мы, конечно, блокируем их прорыв, потому что это... Ой, какая светомузыка-то прекраснейшая, а? Пошла. Просто эффекты на высоте. Все на высоте. Блин, жаль, что у меня нет РПГ, хотел сказать. Короче говоря, я тут нашел одно местечко только хорошее, где можно еще раз засесть. Как тогда? Довольно очень удача получается. Вот, еще, давай. Вот, зараза. Я не знаю, что здесь происходит, но тут, походу... Так, один. Опа, справа нас. Иди сюда, зараза. На, тебе придачку еще, блядь. Так, куда же ты перезаряжаешь, дурил? Это что ты? Да нахера я могу. Снова пытаемся мышкануться. И там, походу... свой, нормально. Тихо. Ой, ёшкин! Ой, шашлик готов! Заходи, народ, на мой огород! Слушайте, нас жестко так прям поджарили. Матюшки. И нас резнули. Спасибо, дружочек, держи пирожочек. Короче, слушай, я там какой-то кипиш сверху. Ага, вот он. Вот, зараза, хотел прорваться, да? Второй, прекрасно. Третий, хочу третьего. На, держи, я хочу получить третьего. Хочу получить... Что происходит? Это что было? Это что такое? Так, тише. Вон там где-то полюбасу там. Ну давай, выгляни, гульчита, покажи свое личико. Сейчас мы тебя шатнем. Так, кушай, мышка хоть... На! Третий, ребята. Полюбасу еще кто-то должен быть там. Полюбасу. Но, ага, это наш. Ладно. После долгого радиоумолчания. Давайте хотя бы счет посмотрим, что ли. Ну, бацкий счет, что, ребят. Первый раз батлу играю.
Так. Ага. Мать, это что за херня там бьет по нам-то, а? Какого хера? Кто там такой? Это что, такая пушка, что ли? Это что, танк ворвался к нам, что ли? Вот, на, держи. Кас. Есть, отлично убит. И мы... Ага. Нихера себе, это что за зенитка там у него такая, а? Короче, ребята, я тут, видите, засел. Беру флаг, да, захватываю флаг. Это другая карта. И я не могу понять, откуда его, кто там сидит. То есть я не могу вычислить чувака, который тоже пытается забрать этот флаг. И мы уже тут сидим, короче, минут, наверное, 5. Друг друга палим. Он снайпер, и я снайпер. Скорее всего, он тоже снайпер, потому что обычно штурмовики, они сразу пытаются штурмануть меня. Но в этот раз что-то идет не так. Мать, что за херня? Короче говоря, мы играем кошки-мышки. Я не вылазил, он тоже не уходит. Будем ждать, пока его нервы не сдадут. Рано или поздно он сдастся. У меня всегда так получается. И по ходу дела он сейчас должен выйти. Выходи, мразь. Я просто, видите, проблема в том, что я не знаю, откуда он выйдет. Он, скорее всего, может быть или в здании, или в этой вышке где-то там сидит. Или где-то вот позади, может быть, уже хочет меня зарезать. Я, честно, не могу сказать. Очень долго вот мы сидим. На карте вообще мало игроков. Сейчас у нас утро, 6 часов утра. И я вот решил такую запись сделать сегодня. Ну, вот мне тоже то, что я двигаюсь, это, конечно, нехорошо. Но, с другой стороны, я хоть контролирую периметр полностью. Любое движение я попытаюсь, я вот прям в упор почти у монитора. И, скорее всего, не знаю, вот откуда он должен пойти. Самое главное, назад оглядываться, потому что, ну, там... Ножом убьют, вообще будет экшончик хороший. Так, мы стоим, ждем. Выходи, мразь. Вот тут. Охереть. Вот тут. Охереть. Охереть, вот это жесть, вот это жесть. Мне нет слов, как я его долго ждал. Ладно, друзья, с вами был Римас, я надеюсь, вам понравилось данное видеопроизведение. Пишите комментарии, про оценочки не забываем. Подписывайтесь на канал, если вы впервые наткнулись на этот канал. Всем удачи, до скорой встречи.